Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 159 на странице 63 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные буквы. Чертеж. Ж. Чертежи проверочное слово. Редкостные. Редкость. Там. Чувствовать. Словарное слово. Вставляем букву В. Не признайся ему. Лепестки. Лепесток. Т. Лестница. Словарное слово. Вставляем букву Т. Сковородка. Сковорода. Д. Окрестность. Кресты. Т. Таблетка. Таблеточка. Т. Повестка. Весть. Т. Хлестнуть. Хлёст. Т. Шоколадка. Шоколад. Дочка. Д. Бумажка. Бумажечка. Ж. Завистливый. Зависть. Т. Местность. Место. Т. Участник. Участие. Т. Скрипка. Скрипеть. П. Ненастный. Ненастье. Т. Жалостливый. Жалость. Т. Винтовка. Винтовочка. В. Гвоздь. Гвозди. Д. Выполните одно из заданий. Определите, в какие группы по написанию можно распределить данные слова. Подчеркните в словах буквы, обозначающие непроизносимый согласный звук корня слова. Выпишите выделенные слова и разберите их по составу. Давайте выполним последнее задание. Разберем слова по составу. Первое слово выписываем. Редкостный. Корень редк. Окончание «ый», суффикс «остн», основа «редкостн». Следующее слово «шоколадка». Шоколадка. Корень «шоколад», окончание «а», суффикс «к», основа «шоколадок». И последнее слово – жалостливый. Корень жалост. Окончание «ый». Суффикс «лив». Основа «жалостлив». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.